Здравствуйте, посетители моего YouTube канала. Сегодня я вам представляю магнитолу ТЭК, в которой есть радио с диапазоном 88 на 108. Вот видим, видите, УКВ, FM. И есть две кассетные деки, ДКА и ДКБ. Вот. Значит, в работе я сейчас в этом ролике его не демонстрирую. Ролик короткий. Значит, вот он в таком вот состоянии. Просто косметическое состояние вам показываю. Вот, и дальше заднюю сторону. Значит, вот задняя сторона, показываю, ни царапин, ни потертостей, ничего. Значит, вот задняя крышка, вот открытый отсек задней батареи. Значит, здесь есть провод питания. Так, это другая колонка. И здесь, пожалуйста, задний шильдик. Значит, ТЭК 862 модель РР. Вот. В общем, такой вот... Такая вот магнитолка. Я еще сниму ролик в работе. Сейчас мне просто некогда. Мне нужно быстро снять и разместить объявление. Для того, чтобы снять в работе, нужно подготовиться. Все, спасибо за внимание.